Всем привет! Вы на канале у Людмилы Хамула. Не удивляйтесь, что я в таком виде. Только что вот прям зашла домой, попала под дождь. У нас дождь страшенный, ничего не предвещало дождик. Вышла без зонтика, попала под дождь. Что хочу вам сказать? На внешний вид не обращайте внимания, вот так вот я промокла. У меня просто за тест, хочу сделать тест. На мне вот этот вот подводной карандаш. Он не карандаш, он тени в стике Sport & Пляж, артикул 56-57 в цвете сиреневом. Вот смотрите, как был нанесен, так и нанесен. Вода попала на него, на них, на тени, и получается, они не размазались. Только единственное, тут скатался у меня корректор. И что у меня тут еще получилось? И, наверное, тушь. Сейчас, подождите. Посмотрю поближе. Да, и вот здесь вот тушь немножко растеклась. Ну, тушь у нас не заявлена, что она водостойкая. Ну, естественно, по всему лицу тональный. Вот в складку тональный забился. Вот этот вот. Но он у нас тоже не заявлен как водостойкий, артикул 66-61, но он идет как балансирующий, не матирующий, а балансирующий. Он все-таки не матирует мою кожу. Но вот, в принципе, вот. Вот эти вот жидкие тени, они не стекли. Ну, вообще даже с ними ничего не сделалось. И тушь. Тушь не водостойкая. Прям поближе хочу вам показать. Тушь не водостойкая, но с ней тоже ничего не сделалось. Немножко вот здесь вот подтекло, и все. В общем, тушь шикарная. Тушь, кстати, вот это вот экстрим Faberlic, артикул 52-48. В общем, вот сейчас я на стоп нажму, хочу еще один тест сделать, протестировать. Ну, в общем, сейчас на стоп нажму, пойду я приведу себя в порядок и вернусь. В общем, я вернулась, не надо даже повязку одевать, волосы мокрые, я просто назад зачесала. Что хочу с вами сделать? Переоделась в сухое, все промокло. Так, я хотела по поводу вот этих вот еще теней рассказать вам, в том плане, что почему-то на руке они у меня стерлись спокойно, а на глазах нет. Но они и предназначены для глаз, правильно? Они не для рук предназначены. Ну, значит, все-таки кожа глаз и кожа рук у меня отличается, да? Получается, наверное, ну, не знаю по каким причинам, но я тест проводила на руке оно все стиралось, понимаете? А на глазах вот нет, даже тушь не потекла. Хотя, вот представляете, вот это вот волос у меня мокрый, полностью все стекает вот с волос. Я хотела с вами вообще тест провести. Ну, такой вот. Я у блогера на Ютубе подписана. Ей в комментариях кто-то посоветовал, как использовать вот эту вот эмульсию. Я уже снимала видео по поводу этой эмульсии. 150 мл, артикул 0141, Faberlic, очищающая эмульсия для лица. Так, способ применения. Нанести эмульсию на лицо кончиками пальцев, аккуратно массируйте, пока эмульсия не превратится в тоник. Умойте лицо водой. Она трансформер с нежной текстурой. При нанесении на кожу превращается в тоник. Деликатно удалит макияж и подготовит кожу к долгожданному отдыху. А активный комплекс B-циркадин поможет клеткам вернуться к природному ритму обновления. Термальная вода из источника французской Аверни насытит кожу целебными минералами, успокоит, укрепит и восстановит запас энергии в клетках кожи. Я уже снимала вам видео по поводу этой эмульсии. Она мне не подошла. У меня кожа жирная, местами комбинирована, но в основном жирная. Она мне не подошла. То есть я нанесла и одним способом, вторым способом, и утром. То есть я первым способом на сухую кожу лица, потом вторым способом нанесла на мокрую кожу лица, и утром использовала, и вечером использовала. В общем, она у меня никак не подошла. Такое чувство, что как будто бы я лицо ничем не помыла, просто водичкой сполоснула, и все. И я ее оставила на зимнее время года, ну, на холодное.
Может, думаю, подойдет. Тут я в комментариях у блогера посмотрела. Она, по-моему, даже рассказывала. Да, она рассказывала видео, что ей кто-то в комментариях посоветовал, как использовать эту эмульсию. И я вот решила с вами сейчас протестировать. Сейчас я руки помыла уже, ну, так, вытерлась, быстренько расчесалась, голову свою мокрую, до сих пор он все стекает. У меня сейчас линзы на глазах. Сейчас я линзы сниму. Прям на камеру сниму. Как будто лысая. Так, очки рядышком, то я ничего не вижу без очков. У меня минус 4,5. Не знаю, хочу коррекцию зрения сделать. Нужно мне сейчас или не нужно. Может, уже дальнозоркость вырабатывать, потому что я бывает уже у меня что-то расплывчатое все. Так, вот буду макияж. Я пришла с улицы, ну, то есть я сходила по делам. Время вечер. 7:00 вечера, я никуда уже не планирую идти. Все уже сделала, все свои дела. И буду снимать макияж. Снимать я буду макияж вот этим вот мицеллярной водой. 0,831 артикул, 110 миллилитров. Это вербена. Для снятия макияж для всех типов кожи. Против 7 возрастных изменений. Очень она мне нравится. Не щипит глаза. Чисто бархатистая сияющая кожа. Способ применения. Нанести средство на ватный диск. Деликатно удалите макияж. Не требует дополнительного умывания. Я вообще мицеллярную воду не смываю. Ну, хоть многие говорят смывать ее, но если пишут на бутылочке не смывать, я не смываю. Моей коже очень хорошо, когда я ее не смываю. Так, бережное очищение и омоложение, ежедневный уход с активным многофункциональным комплексом. Виталайер из вербены. Идеальный подход для снятия макияжа с лица, глаз и губ. Так, освежает мицеллярная вода, увлажняет, оказывает тонизирующее и антивозрастное действие для любого типа кожи. Очень мне она понравилась. Что-то у меня тормозит камера сейчас прям на ходу. Ну, давайте будем пробовать. Я беру простые два диска, обычные. Сюда наливаю. Ну, я им много не наливаю, так чуть-чуть. И сюда. Мне этого хватает, чтобы снять макияж. Прикладываю так вот глаза. Немножко подержу. Ну, чтобы тушь смягчилась. Ну, и водостойкие вот эти тени тоже размягчились. Чуть-чуть там, секунд 30 подержу. Ну, и все. И вот так вот вытираю я их. Так, переворачиваю диски, брови, лицо. Губы. Опять вот переворачиваю диск. Шею. Все. Так, я смыла макияж. Ну, можно сказать, практически смыла. У меня что-то медленное, замедленное действие. Сейчас попробую еще. В общем, получается, до конца я все равно реснички не дотерла. Буду доумываться. Вот я хотела вот этот вот способ с вами проделать, так сказать. Может быть, на ватный диск? Ничего не поняла. Что-то у меня тормозит.
Видите, как-то медленно, задействовано медленно. Очки одела. Этот, я хоть, может быть, думаю, на вот этот вот, не ватный диск, а на вот этот вот спонжик попробовать. Вот этот, нет, давайте руками. В общем, давайте, вот эта эмульсия, я ее наливаю себе на руки. И вот эту вот сос, очищающую пудру. Артикул 1673, 10 грамм. Это очищающая пудра для умывания серии Эксперт Фарма. Это фармацевтика. Ее надо чуть-чуть, мне эта очень пудра нравится, она очищает хорошо. Она имеет запах лимона, такого цедры лимона, желтоватый у нее цвет. Очищает хорошо, до скрипоты, кожа бархатная, даже эффект подтягивания, матирования. В общем, пудра обалденная. И вот хочу я ее с этой эмульсией, которая мне не подошла в паре. Эмульсию наливаю на руку. Думаю, вот этого хватит мне. Вот. Сейчас надо быстро сыпать пудру сюда. С вами на камеру первый раз все делаю. Насыпаю сюда пудру. Она имеет вот такие вот отверстия. Из них высыпаешь. Вот так вот все это выглядит. Хозяйство. Как бы вам показать. Вот. Наверное, разношу по руке. По рукам. Вот он в тоник все превратилось. И на лицо. Полностью вот так вот уфирую. Глаза я тоже смываю этим. Не знаю, что будет. Ну, пудру я не чувствую. Она, естественно, на коже превратилась. Ну, то, что с эмульсией смешалась. Эмульсия тоже смешалась. Но главное, не щипит. А, немножко пощипывает. Главное мне, чтобы очистила меня. И как бы даже впиталась. Так, все, приостанавливаю. И иду смывать водой. И потом вам эффект расскажу. Я к вам вернулась. Что вам хочу сказать? Очки одела, потому что я не вижу без очков. Не в восторге я от такого использования. В общем, когда я одной пудрой очищаю, эффект я чувствую. Ну, то есть мне... Нет, сейчас эффект есть, все нормально. Кожа очистилась, все хорошо, все мне нравится. Глаза я помыла заодно все. Сейчас гляну в зеркало. Да, все смыло, все мне нравится. Но дело в том, что смысл какой-то вот это вот... Пудру с этой эмульсией смешивать, если мне пудра эффект больше нравится, правильно? А вот одну эмульсию использовать я не могу и не хочу. Не знаю, опять я ее на зиму поставлю. Пусть стоит, ждет зимы. Даже вот сейчас, вот понимаете, я обычно, когда у меня с пудрой одной пользуюсь, у меня есть эффект стянутости, но стянутость такая приятная. А сейчас мне уже стянутость неприятная. Мне хочется прям кремушка нанести на лицо. Ну, кожа мягкая, как бы бархатистая, но стянутость неприятная, ну, такая, знаете, ну, для меня неприятная стянутость. Мне не нравится такая стянутость. Да, видон у меня, конечно, что надо. Так, ну и что? Я хотела еще с вами сразу уже, коль мне нужно же нанести крем еще какой-нибудь на лицо. Я нанесу крем вокруг глаз. Нанесу вот эту вот спрей, активатор, восстанавливающий активный спрей. И нанесу вот эту вот кислородный активатор. Я взяла попробовать. Вот сейчас с вами и протестируем все. Так, сначала я буду наносить спрей. Спрей у нас идет восстанавливающий активный спрей для всех типов кожи. 0,256 артикул, 100 мл. Очень он мне нравится. Он мою кожу увлажняет, успокаивает, снимает раздражение, если есть. И не дает никакой жирности. Кожа идет... Я под макияж вообще использую, но в данный момент хочу под вот этот вот, они идут как бы в купе,
вот этот вот кислородный активатор. Хочу использовать так. И крем вот этот вот для век, эксперт, буду сейчас использовать. Это эксперт скин активатор тоже. Сейчас я побрызгаю. Ничего не вижу без очков. Ну так, размыто. Он у меня новый. Старый уже все кончился. Вот. Брызгаю. Мне нравится так. Немножко вот так вот делаю. Не создает никакой липкости. Так, теперь я кремушек для век. Это идет омолаживающий крем для век восстановления. 15 мл. Дозатор обалденный. Я люблю такие дозаторы. Выдавливаю немножко. Он вот так вот беленький. Выдавливается вот так вот. Вот. И буду разносить на кожу вокруг глаз. Сюда немножко. Сюда немножко. Наверх. Под, над бровь и под бровь. Чуть-чуть на носогубные складки. Так, ну поехали. Вот так вот круговыми движениями. Под бровью, над бровью. В другую сторону. Как бы массажные действия делаю. Потом и вот так вот могу вот восьмерочку вот такую вот сделать. Я уже показывала. Очень мне нравится этот крем. Моим векам комфортно. Вот здесь вот так вот сделаю. Носогубные складки. И вот эту вот межбровную морщиночку немножко. Ну, вот так вот кожа выглядит. Так, ну и еще давайте будем пробовать 15 мл. Кислородный активатор. Достался мне по Фаберли клубу за 5 тенге. Легендарный кислород. Кстати, у нас с 16 каталога. Или с 15-го? С 15-го каталога. Баллы уже не копятся. Вот эти вот Фаберли Клуб. Обменять их можно в течение года, но они уже не накапливаются. Будет какая-то, наверное, все-таки другая программа. Потому что мне было приятно вот этот вот активатор взять за 5 тенге. Не знаю, я расстроилась немножко, что его убрали, вот этот вот Фаберли Клуб. В общем, вот этот вот кислородный активатор для всех типов кожи 15 мл. Что он делает? Он питание клеток кислородом, улучшение кровоснабжения, антиоксидантную защиту, восстановление барьерных функций кожи, усиление действия всех активных добавок. Тут пишут, как активатор смешать 1-2 капли кислородного активатора с вашим ежедневным кремом Фаберлик или нанесите под него на очищенную кожу лица. Но я не хочу сейчас крем никакой наносить. Я буду просто его наносить, этот активатор, без крема. Мне кажется... как самостоятельное средство нанести небольшое количество кислородного активатора на очищенную кожу лица. Тоже можно. Уникальный эликсир красоты с максимальной концентрацией кислородного комплекса 4D Target запускает мощный процесс регенерации клеток кожи, усиливает естественные механизмы защиты кожи от вредных воздействий окружающей среды, при использовании вместе с другим кремом усиливает его действие и обеспечивает более заметные результаты, позволяя клеткам кожи эффективнее усваивать полезные вещества. Янтарная кислота стимулирует клеточное дыхание. Комплекс ценных масел кунжута, макадами и абиссинской горчицы восстанавливает защитную функцию кожи. Питает, увлажняет кожу, способствует регенерации клеток. В общем, будем пробовать. 0,2,81 артикул. Открываю при вас первый раз. Первый раз его буду пользоваться. Вот так вот он выглядит. Такая вот малышка. Что тут-то? Все. Наносим. Вот дозатор хороший. Мне нравятся такие дозаторы. Я люблю такие дозаторы. Ну и давайте нанесем.
Вот такой он беленький тоже. Я думаю, этого хватит. Запах такой еле уловимый, ну, не бьющий в нос, в принципе. Нормальный, хороший запах. Ну, и вот так вот я на руки, а потом вот так вот по всей коже. Нет, мне не хватило. Еще придется. Видать, кожа хорошо. У меня сегодня почищена, очищена. На лоб мне не хватило. На нос. Видео какое-то заторможенное сегодня у меня. Не знаю почему. Вот эти вот брыльки. Немножко на шейку. Так вот. Ну все. Так, ну что хочу вам сказать. Вердикт мой. В тени можно купаться и под дождик. Тени классные, я имею в виду, не размазались, выполнили свою функцию. Дальше, что я хотела еще с вами тестировала. Вот это, как сос-пудра, как одно средство для пользования, оно идеальное. Совместное мне не понравилось. Я не говорю, что плохо, оно очистило все лицо, но я не увидела, в принципе... Как это объяснить? Вот если вот этим одной пудрой пользуешься, то мне больше лицо нравится. Оно более смягченное, более такое, знаете, подтянутое, эффект подтянутости. Если вы, я использую вот сейчас вот при вас вот с этой эмульсией в купе, то мне не понравилось в том плане, что стянутости больше. Очищение ничем не лучше, но больше. В общем, получается бесполезная трата эмульсии. Так что я эмульсию все-таки оставляю. Ну, может быть, еще один раз попробую. Вдруг у меня на утреннее применение. Сейчас вечернее, я на утреннее попробую вот так вот смешать. И потом вам в каком-нибудь видео расскажу, получилось у меня или нет. Но сейчас мне не очень этого понравилось. И по поводу вот этого активатора. Создал мне липкость. Липкий. Ну, может, он еще не впитался, я не знаю. Но как самостоятельное средство его можно использовать. Но пока вот на коже моей липко. Тоже в каком-нибудь видео расскажу, чтобы время ваше не затягивать. Обязательно расскажу. Наверное, под макияж он не пойдет. Его, наверное, надо вот именно либо просто дневной, ну, как на день, если под макияж, ну, чтобы никуда не идти, дома просто помазал и ходи. Ну, вот липко прям не могу. Руки липкие. Мне не понравился. Пока мне не понравился. Пока мне не понравился, не знаю, что будет дальше. Вот так он выглядит. Меня отсвечивает, он блестящий такой. Малышка такая. В общем, пока у меня к нему, наверное, рука не будет тянуться. Так, очки одену. Вообще ничего не вижу. Так, ну все. Ну все, девчонки. Всем пока. Рада вас была приветствовать на своем канале. С вами была Людмила Хамула.